Каждый день мы делаем выбор. Каждый день или приближает нас к цели, или от нее отдаляет. Успех, счастливая семья, время для близких, возможность путешествовать, свобода и богатство. Ты тоже об этом мечтал в 20 лет? В 25 лет мы сели и посчитали, сколько стоит жизнь нашей мечты. Машина, путешествие 2 раза в год, дом, красивая одежда. Получилось всего 230 тысяч в месяц. У нас были примеры друзей с успешной карьерой и развитием бизнеса. Но в этих всех примерах не было ни свободы, ни путешествий, ни стабильности. И мы выбрали другое направление. Как оказалось, выбор был верным. Бизнес в интернете? Я в это не верю. Да не могут люди столько зарабатывать. Мир меняется, ты меняешься. То, что вчера казалось невозможным, сегодня наша жизнь. Ну сам подумай, не могут же столько людей одновременно заблуждаться. 2 года, всего 2 года нам понадобилось, чтобы сделать прорыв. С 2 детьми, 16 машин в команде, премий $108 000 только за первый год. Самый быстрый результат – это 1 000 000 за 10 месяцев. Система такая, все очень просто. Просто надо решить и действовать. Друзья сказали, да это нереально, да кому это нужно? Из друзей за нами никто не пошел, но всегда найдутся люди, которые так же, как ты, хотят чего-то большего. Время пройдет, и даже те люди, которые тебе отказали, пойдут за тобой. Вот увидишь. У меня серьезная репутация. Что обо мне подумают? Репутация? А твои дети были в этом году на море? Что тебе важно, иметь или выглядеть? Признайся, ведь если судьба тебе даст шанс, ты же им воспользуешься. У меня не получится. Мы все так думали, когда начинали. Посмотри, только в нашей команде большинство людей раньше говорили, это не мое. А сейчас они зарабатывают и путешествуют с компанией. Продукт классный, качественный, сами пользуемся и рекомендуем друзьям. Это шведский бренд, и этим все сказано. Ты сейчас видишь доходы наших партнеров. А представь, что будет через 3 года. А, я знаю, через 3 года ты скажешь, надо было начинать раньше. Так начинай!